Симбиоз современной драмы и молодой режиссуры. Бичанам представили эскизы спектаклей, поставленных по современным пьесам. Это результат творческой работы Государственного театра нации под руководством народного артиста России Евгения Миронова и Бийского драматического театра. Сотрудничество проходит в рамках федеральной программы по поддержке театров малых городов России. Наша программа, она включает в себя большой фестиваль театров малых городов России, далее приезд спектаклей победителей в Москву и показ на сцене Театра нации. И еще одна большая составляющая нашей программы – это вот как раз выездные творческие лаборатории с участием столичных педагогов, театральных режиссеров, критиков. Уникальность фестиваля заключается в том, что отыграв, коллективы не разъезжаются, остаются на фестивале. В Бийский драматический театр было направлено порядка 60 различных пьес современных российских и зарубежных авторов. Из предложенных вариантов для постановок были отобраны два. Пьеса для подростков «Август 6» Андрея Иванова и пьеса в одном действии «Сережа очень тупой», написанная Дмитрием Даниловым. Первая была поставлена на сцене Бийского драматического театра, а вторая прошла в фойе, что придало камерности спектаклю. Эти локации выбрали режиссеры. Кроме того, показы спектаклей проходили без специальных декораций. После увиденного зрителям было предложено вынести свою оценку и проголосовать за продолжение работы над спектаклем или же постановку следует забыть, как страшный сон. Бичане обе пьесы приняли с одобрением. Это тренинг, мы не делаем продукта. Мы занимаемся, в общем, повышением квалификации. Мы здесь гости и творческие личности, и проводим творческую лабораторию, чтобы в Бийске было все хорошо, артисты хорошо играли, зритель ходил, и все были счастливы.